возили в Польшу на фестиваль студенческих работ. И жюри сидел отзывание. И он подошел по спектаклю, ну, он плохо говорит по-русски, он подошел к Сереге Обрускину, погладил по голове и говорит: «Добже полкан, добже полкан». Я понял, что у него полкан, собака. И для него этот человек, а Серега говорит: «А что, какой я полкан, что он растерялся?» Это высший комплимент он. Он не подошел как к собаке. Он нашел тебе родственную душу своей собаки. И кто-то больше говорит, сказал, отжимает, узнал полкан. И это мне дороже было, понимаете? Это мне, для чего-то не для самоуспокоения, а того, чтобы новую работу придумать. Если у вас не будет веры в себя и энергии делать новую работу, да зачем тогда эту всю критику слушать? Она иногда бывает убивает. И поэтому, да, конечно, не понимают. Так не бывает, что у вас все будут понимать. Такого не бывает. И в этом зале кто-то будет уходить из зрительного зала, кто-то будет говорить. Я все лучше перечислять, что про нас что-то так и говорили. Это не... Да, разные говорили, не понимали. Для меня самое важное, они неплохо или хорошо. А поняли, почувствовали спектакль или не почувствовали. Что же можно не понять? Ну иногда не чувствуют, но бывает. Ну, понимаете, бывает. Для меня главное, конечно, не чтобы по голове гладили, а чтобы возникла ответная реакция. Позвольте один вопрос. Вот вы по-русски говорите, я понимаю, что сын дает по-русски, да? Есть люди, которые ведут театр в постоянном ожидании краха, в постоянном ожидании потери и падения театра. И вот приводит пример, там, фразу Дэвида Боровского: «Успех театра – дело текущая гангрена». Он говорил это в какой-то своей книге. Как вы переживаете успех вашего театра, вашей студии театрального искусства? Я его не чувствую, честно скажу. Понимаете, вот что у нас успех? Я не очень понимаю вообще. Я не вообще понимаю, как нашу работу, да, театральную, можно вообще мерить словом успех. Я не очень как бы это понимаю. Почему? Потому что мы как бы девушка, да, она должна найти себе суженого, да, чтобы возникла семья, да, и чтобы возникли дети. Она же должна нравиться всем мужчинам. И не может быть, чтобы все мужчины полюбили только одну эту девушку. Такого же не бывает, она должна найти своего. Да? То же самое, когда вы делаете театр, вы должны найти свою группу людей, потом обрести свою группу зрителей, свою группу театральных людей, близких по этой группе крови. И счастье, это же сверху, там, что это будет огромная, да, территория людей, которые у вас будут чувствовать то, что вы делаете, и вы будете чувствовать. Это будет небольшая компания. Это не значит, что это никому не нужно. Да? Успех, я ничего не понимаю, признание понимаю. Признание. А добиваться успеха не очень понимаю. Конечно, хочется, чтобы поняли спектакль, почувствовали спектакль. Но спектакль — это такая хитрая структура, что иногда все от вас, господ артистов, зависит, чем от режиссера. Может, мы сделали спектакль, выдумали, дальше сидим там в своей какой-то комнате, в закуточке, только переживаем, нервничаем. Вот сегодня может сложиться, может не сложиться. Бывали случаи, когда важный какой-то спектакль, очень хочется, чтобы сейчас понравился тем людям, которые сидят в зале. А вот мы не идем. И это сразу чувствуют те люди, которые... То есть это все равно... Это все чувствуют. Вот я вам скажу, чем отличается профессиональный взгляд от дилетантского взгляда. Будь то актерский, режиссерский, критик. Да, профессионал всегда считывает структуру спектакля. А не профессионал видит, идет или не идет. Если не идет, будет плохой спектакль. А если нет, хороший. Ну, покажи хоть непродуманный спектакль, плохо срепетированный, невыстроенный, да, поспешный, без мизансцены. Но если актер вдруг какие-то подвижные живые, скажут: «О, это и есть настоящий театр». А завтра у них ничего этого не будет. И послезавтра вообще первый раз в жизни получилось. И уж никогда у них не получится. Да? И такое понятие: горячо будет, а за вкус не ручаюсь. Вот главное, чтобы был вкус. А профессионально я могу прийти на неудачный спектакль, допустим, я не знаю, как Антон Александрович Васильев. Да? Но я понимаю, что это сейчас не идет. Но я же вижу, как это организовано, как сделано, вижу, как такой труд заложен. Я приду в следующий раз. Честно, театр можно смотреть несколько раз. Его нельзя смотреть один раз. Это искусство и в России, и, мне кажется, за границей, это всегда было потрясающих театров. Всегда приходилось смотреть, как сегодня играет этот артист. Как сегодня этот спектакль развивается. Если вы посмотрели спектакль, да, это не значит... Вот вы посмотрели сегодня «Мальчика». Это не значит, что вы увидели тот спектакль, который был 5 лет назад. Или не тот, который видел Вайер. Или не тот, который видел еще кто-то. Вы уже видели другой спектакль, вчерашний. Да, а спектакль тоже имеет свойство жить, развиваться, дышать, умирать,
болеть, капризничать. Это тоже такая очень подвижная история. А можно сказать, это даже не вопрос, это просто наблюдение и просто слова признательности всем вашим артистам, и вам тоже, вам педагогу, потому что вчера это вот на глазах чувствовалось, как люди там на сцене думают, соединяются с залом, и как вот, какие у них внутри взаимосвязи, насколько они друг друга чувствуют. И я честно говоря, не знаю, мне кажется, это огромная шеренность, потому что это настолько какая-то душевная компания была. Вот мне кажется, это и есть, независимо, спасибо за то, что вы это видели, мне кажется, это и есть самое главное, что мне нравится в театре, и что мне нравится в театре больших мастеров, Брукли, Стрейлера, который посчастливился на спектакле Бергмана, да, моего любимого, то, что возникает, то, что нет других видов искусства. Возникает вот это внимание друг к другу, взаимопроникновение, взаимодействие, когда мы все один организм на сцене. Вот там есть парадокс хорошего театра. Есть плохой театр, где мы просто пытаемся рассмешить людей, позабавить. Да, в самой идее позабавить ничего плохого нет. Но главное, для чего, во имя чего. Когда мы возвращаемся к тому театру, который был крутинному театру, когда мы берем тексты, выучиваем их по домам, по очереди, да, потом выходим, режиссер разводит мизансцены так, чтобы никто друг друга не перекрывал, чтобы все было видно, все было слышно. Героиня обязательно красиво платится, да, всех подсветить, чтобы всех было видно, да, показать, где начало, где кульминация, где финал, любой грамотный человек это разведет, где репризы какие-то, все это 2-3 недели, и можно ощутить узнаваемость телевизора. Так вообще все здорово. Вот так, мне кажется, и самим артистам это неинтересно. Но вот такой театр, которым мы сейчас занимаемся, и который мы говорим, он очень трудный театр, на самом деле. Когда театр семья, когда все друг друга чувствуют. Все о нем мечтают, но поверьте, это очень трудно в этом существовать. Потому что иногда возникает, да хватит, что все откровение, откровение. Это вот зависит. Заоткровенничайся. Да? А просто вот такой театр чистого лицедейства, мне все это было очень такое интересно. Поэтому то, что мы это почувствовали. Нет, потому что просто настолько много и интеллектуального, и сострадания, и юмора было. Ну это еще Достоевский, потому что Федор Михайлович относится как к автору какому-то мрачноватому. Он ужасно смешной. Он остроумный, он блистательный. Вот это разговор о жанрах. Вот какой жанр Достоевский, вы мне скажете. Потому что он там есть все. От мелодрамы до высокой трагедии, от фарса до героической комедии, там все есть.